От имени депутатов Тульской областной думы, всех жителей Тульской области вас поблагодарить за то, что вы пришли на торжественное открытие дней нашей родной Тульской губернии. Вы знаете, вот когда существует традиция, и мы сегодня убедились, что в эти дни вписано уникальное человеческое общение, и посмотрел, как все говорили о том, что вы все больше и больше узнаете Тульский край. Край, убежденный защитник Отечества, оружейный, талантливые культурные деятели. Я вам должен сказать, что команда у нас замечательная во главе с Владимиром Сергеевичем Груздевым. И парламентарии, и городской думы, государственной думы, и Совета Федерации, и всех муниципальных образований работают на одну самую главную цель. Как улучшить качество жизни туликов? От имени всего нашего геройского сообщества, от партии «Единая Россия» вручить тоже вот два символа. Мы это передадим заместителю губернатора. Привет ему большой, все наилучшие пожелания Туле, Тульской области. Мы всегда с вами и будем вас поддерживать во всех ваших хороших начинаниях. Губернатор хороший, областная дума хорошая. Вы, наверное, знаете, зампредседателя областной думы Балберова. Ну, один из лучших руководителей местных парламентов. И Груздева мы хорошо знаем, что здесь мы вместе долго, так сказать, работали. Туризм хромает. Вот мы попросим Балберова и Сан Саныча эту тему под себя взять, а мы из центра попробуем помочь. Ясная Поляна – хороший объект. И река как, и есть там неплохие места. Да и Кремль Тульский тоже представляет определенную ценность. То есть Тулу любим. Любим Тулу. И ждем, когда Сапсан туда придет, как в Тверь, за один час. Наш бывший коллега Владимир Сергеевич Груздев очень эффективно работает как губернатор Тульской области. Очень заметно стало звучать. Хотя на самом деле была ведь в плачевном состоянии. Один из регионов не очень успешных. То есть, я очень радуюсь этому. Я просто вижу регионы, которые начинают очень сильно развиваться. Там просто красота, уезжать оттуда не хочется. Тульская область стала заметна в России, и мы действительно много сделали, нам есть чем гордиться, нам есть что показать. И в этом заслуга и губернатора, и всех жителей Тульской области. Спасибо.